не для Анютиных леглазок, не для лопастых ли камней. Я сочинил немало сказок по образцу чьи именей. Но все, что я шептал сердечно деревьям, скалам и реке, все, что звучало безупречно на этом горном языке, псалмы, элегии и оды, что я для них слагать привык, не поддаются переводу на человеческий язык. Так в чем решение той задачи? Оно совсем не в пустяках, в том, чтоб тетрадь тряслась от плача в любых натруженных руках, и чтоб любитель просвещения, знаток глазастого стиха, ценил узорное тиснение зеленой кожи лопуха, и чтоб лицо бросало в краску от возмущения и стыда земная горечь русской сказки среди беспамятного льда.